Об значности такого органа человека, как нырка, гэтые люди ведают, как никто иншая. Для пациента с хроничной нырковой недостатковостью периодично потребуется процедура очищения крови – гемодиализ. И она для их – питание життя и смерти. Пациентов мы берем, конечно, на гемодиализ уже с терминальной почечной недостаточностью, когда их почки уже не способны работать. Поэтому это, конечно, это продлевает им жизнь и дает возможность дождаться почки донорской. На базе областной больницы эту процедуру проходят 65 пациентов из Бреста и 4 районов. Усяго в области на гемодиализе 330 человек. Людмила Рыкова приезжает сюда из Камянца. 3 раза на тыдень по 4 годины женщина проводит на аппарате штучной нырки. 6-й год я нахожусь на гемодиализе. Езжу 3 раза в неделю. Стою в лесе ожидания на пересадку почки. Надо ждать донора. Когда он будет, я ж не знаю. Уже больше за 5 годов операции по трансплантации нырок робить у Брестской областной больницы. За гэты час тут отримали донорские органы свыше 230 пациентов. В прошлом году был самый высокий рост трансплантационной активности, и мы прооперировали 52 пациента. В листе ожидания, несмотря на все наши старания, больные находятся, и количество их не уменьшается. На данный момент в листе ожидания находится 55 пациентов. Не усім пациентам можно робить пересадку нырок за их тяжкого стану. Те, кому можно допомогчи таким чином, отримливают необходимый орган на протягу 1–1,5 года. Але як бы ни были развиты магчимости трансплантологии, усё ж заховать свои родные нырки – самое лепшее. У отделе нефрологии областной больницы 42 ложки, и яны не пустуют. Хроничные гломерулонефриты, цукровый диабет, артериальная гипертензия – это те захворывания, которые могут привести до хроничной нырковой недостатковости. Каб яе пазбегнуть, нефрологи раят. Нужно первым делом правильный образ жизни, контроль анализов крови, контроль анализов биохимии из вены. Проходить плановые, так скажем, диспансерные наблюдения, чтобы, если выявлять заболевание на ранней стадии, когда можно приостановить прогрессирование процесса. Самый простый способ контролю за здоровьем нырок – анализ мочи. Коль ён мае отхиление от нормы, визит до нефролога варто не откладывать. Нырки – орган жыццёва необходны, и яго лепш заховать, чем пересаживать. Людмила Салзина, Миколай Ковалёв, телерадиокомпания «Брест».